Меня зовут Татьяна Бугримова. У меня свой интернет-магазин по индивидуальному пошиву постельного белья. Ну, вынесла некоторые полезные вещи для себя. Например, с удивлением узнала, что нельзя платить работникам проценты от продаж или там от прибыли, от выручки. Узнала о том, что для меня стоит вопрос сейчас по созданию отдела продаж своей компании. И вот выяснила, что, оказывается, нельзя отдавать на аутсорсинг такое важное направление, как продажи. И еще понравилась идея о том, что компании, которые занимаются аутсорсингом, могут не только сами брать часть функций на себя, но и еще подбирать каких-то партнеров, которые могут помочь решать какие-то конкретные задачи моей фирмы. Компания моя называется «Размер в размер». Это интернет-магазин, сайт компании так и пишется. «Размер в размер» с двумя дефисами. Спасибо.